Привет, друзья! Приветствую вас на своем канале. У меня сегодня есть вот такая вот замечательная бутылка коньячка. Я, как ее увидела, сразу купила. Смотрите, сделанная в форме парусника. Коньяк 5 звезд. И вот, как говорится, сам Бог велел сделать из нее что-нибудь, вот как-нибудь задекорировать вот эту бутылочку, сделать какую-нибудь роспись. Я думаю, будет хорошенький подарочек. Ну, если получится, конечно, коньячок у меня. Ну, вот такая вот бутылка-симпатяшка. И я ее сейчас буду декорировать. Вот. Ну, у меня кое-какие наметки уже есть, как сделать. Ну, посмотрим сейчас, как получится. Ну, для начала, как всегда, мы убираем все, значит, этикетки. Очищаем тщательно, моем. Но все равно обезжириваем. Обезжириваем мистером Мускулом сегодня. Ну, можно обезжиривать жидкость для снятия лака, можно водкой, спиртом, ну, у кого что есть, ацетоном. Так, обезжириваем мистер Мускул с нашатырным спиртом, поэтому мы его и, как бы, он хорошо стекла очищает. Вот так вот обезжириваем. Бутылку я покрыла белой краской и просушила. Но что я хотела? Я хотела вообще сначала сделать белые паруса, но потом, как у меня всегда, планы поменялись, и что-то я решила уже сделать бутылку алые паруса. Вот. Но пока начала покрывать море, так как здесь неровности, поэтому я взяла для начала кисточку, чтобы вот прокрасить вот эти все углубления. Вот, потом уже можно будет губкой сделать какой-то цвет. Посмотрим, что будем делать. Наверное, простым раскрашиванием дело не кончится. Навела вот такого цвета, вроде как алые паруса, но он не алый. Смешала цвет фуксии и смешала такой розовый, как бы, немножечко металлик. Ну, не знаю, сейчас посмотрю, как в общей массе будет. Если мне не понравится, то я добавлю красного цвета. Ну, хотелось немножко сделать не красный именно цвет, а вот именно... В принципе, я так и предполагала сделать что-то типа такое, ну, как это передать, ну, скажем, какой-то насыщенный цвет такой сделать, ну, не красный. Не знаю, как у меня это получится, правда, но пока делаю так. Кисточкой подвожу более-менее такие серьезные места, а там посмотрим, а там уже губкой дальше будем растушевывать.
Ну вот, ребят, вот такая вот у меня получилась бутылочка пока. Но я предлагаю еще, конечно, порисовать. Такая она какая-то, ну никакая, пестренькая, непонятно о чем. В общем, немножечко порисуем. Друзья, вот так вот получилась у меня моя бутылочка. Вот. Решила больше ничего пока не добавлять. И сейчас я буду покрывать ее акриловым лаком. Ну, хотя бы первый слой. Второй слой, может быть, быстросохнущим покрою. Быстросохнущим мне больше нравится, но так как здесь есть белые точки, ну, поэтому не буду покрывать тем, тут желтит. Но если вторым слоем, когда уже первый покрыт, защитно сделан, после акрилового иногда я покрываю тем лаком, быстросохнущим, другим. А сейчас пока белый акриловый лак покроем. Решила больше не расписывать, ну, не утяжелять, а то так и не поймешь, что здесь парусник нарисован. Вот такая в итоге у меня получилась бутылочка. Я ее назвала «Алые паруса». Сама для себя. Крышку не стала декорировать. Думаю, ну пусть будет видно, что это коньячок.
5 звезд. Вот так вот она выглядит. Вот такая вот у меня получилась бутылочка. Ну, на этом все, дорогие друзья. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И до скорых встреч. Пока-пока.